Всем привет! Продолжаем делать наш ледоруб. И в этом видео займемся ручкой. Открываем ненужные элементы модели и назначаем новую полигруппу, которая будет ручкой. И отделяем новую полигруппу от основной модели при помощи инструмента Split. При помощи инструмента Extrude делаем нашу ручку выступающей за основную модель. Удаляем внутренние полигоны, так как они нам не нужны, при помощи клавиши Del Hidden. Создаем новую полигруппу, так как нижняя часть ледоруба отделена от основной части модели.
Продолжаем редактировать нижнюю часть ледоруба. Добавляем ребра для придания нужной нам формы.
Подтягиваем ребра ближе к краям, чтобы создать более жесткое ребро, более тонкое. И в этом месте будет более плотная сетка. На этом я заканчиваю видео. Не болейте ковидом, закрывайте нос, мойте руки. До новых встреч. Всем пока.